Крупнейшие операторы страны, компания «Библиоглобус» и авиакомпания «Россия» начинают выполнение полетов по популярным туристическим направлениям в города Черноморского побережья страны. Весь Краснодарский край снимает все ограничения по обсервации и по размещению прибывающих из других регионов людей. И, соответственно, многие сейчас вот воспользуются вот этой возможностью и все-таки проведут отпуск у Черного моря. Мы ждали, когда закончится обсервация, когда закончатся все справедливые, но очень жесткие санэпидемиологические требования, да, которые были на наших курортах. И считаем, что сезон официально можно считать открытым. Мы понимаем всю эпидемиологическую ситуацию, понимаем, что все пошло на спад, поэтому будем аккуратны, осторожны, никаких лишних контактов. Мы все-таки летим вдвоем, поэтому вдвоем и будем. Ну и опять же, мы уверены, что в принципе на борту будут приниматься все меры предосторожности, и мы с готовностью их просто будем соблюдать. Первое, с чем встречаются пассажиры, заходя на наш борт, это обработка рук антисептическими средствами. Каждый наш гость в обязательном порядке должен находиться в защитной индивидуальной маске и находиться в течение всего полета в ней. Дамы и господа, приветствуем вас на первом рейсе в Сочи летнего сезона 2020 года. Наш рейс выполняется в рамках совместной программы с ведущим российским туроператором «Библиоглобус». Особое внимание мы также уделяем и местам общественного пользования, это туалетные комнаты. Используются дезинфицирующие средства, антисептики. Силами бортпроводников в течение всего полета производится обработка. Первый самолет авиакомпании «Россия» вместе с туристами приземлился в аэропорту Сочи, поэтому курортный сезон в Краснодарском крае можно считать открытым. Также на этой неделе у нас первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация. Круизные компании отправятся в первые круизы в этом году. Ну а в целом мы рассчитываем, что к 1 июля большинство регионов туристических будет готово принимать туристов со всей страны, включая Крым.